Всем привет! Напишите в чате, как меня видно, как меня слышно. Видно, слышно, хорошо. Должно быть видно, слышно, хорошо. И сегодня мы с вами будем активно работать. И активно... Так, где-то камера? Провожу на ноутбуке. Немножко не видно. Так, и сегодня с вами будем активно работать. Информации очень много, информация очень интересная, информация просто ну, уникальная, да, для всех нас с вами, она полезная, она принесет результат, если вы ее уже знаете, если вы ее будете применять на практике. Так, и сегодня традиционно у нас планерка. В начале нашего очередного каталожного периода, это начинается каталожный период номер 4, и сегодня мы с вами поделимся нашими просто невероятно крутыми результатами за каталог номер 3. Таких результатов в нашей команде за один каталог еще не было. Я просто в восторге, я восхищаюсь, я горжусь, я в шоке от того, насколько все это реально возможно и насколько наши партнеры показывают очень успешные результаты. И если вы уже это знаете, вы тогда уже уверены в том, что это действительно работает, и вы тогда уже можете, применяя на практике все те рекомендации, которые мы даем, точно так же достигать таких классных результатов. Девчонки, кто мне помогаете в чате по поводу того, видно, слышно, не видно, можно еще посмотреть в прямом эфире. Уже транслируем вебинар и в прямом эфире, и на вебинарной комнате, поэтому максимальными разными методами можно сюда попасть и можно начать обучаться. С помощью онлайн-технологий это все просто, удобно и комфортно. Так. В Инстаграме скиньте ссылочку на Инстаграм, где проходит прямая трансляция, пускай еще ваши партнеры заходят и смотрят. Так, ну и, конечно же, разберем запуски каталога номер 4, инструменты, с которыми мы будем с вами работать. И традиционный вопрос. Напишите, кто первый раз сегодня у нас на планерке? Для тех, кто меня не знает, я представлюсь. Меня зовут Ирина Тукало, я директор, я лидер этой организации, этой команды «Приоритет». И работаем в этой команде уже 4,5 года. И вот за эти 4,5 года у нас очень крутые результаты, и я всех наших новичков, которые впервые сегодня присутствуют на этой планерочке, я приветствую нас в самой успешной и быстро развивающейся команде «Приоритет». Мы это показываем на результатах. Сама начала свою деятельность, когда была в декрете. После декрета не вышла никуда на работу. После декрета работаю только дома, работаю только с помощью компьютера. И забрала своего мужа с заработка за границей. И работаем вместе с мужем уже вместе. Что имеем? Имеем доход, имеем возможность путешествовать уже 2-3 раза в год и вместе с мужем, и вместе с нашей всей командой. Имеем автомобиль от компании и много чего еще имеем. Да? Об этом всем рассказываю я на историях и плюс на страничке в Инстаграм. Мою историю тоже можете смотреть. И самое главное, что у нас в команде уже очень много таких похожих историй, которые развиваются, и людей, которые кардинально меняют свою жизнь. Поэтому если вы новичок, и если вы сейчас пришли сюда, я вас поздравляю, вы уже приняли правильное решение для того, чтобы начать кардинально уже сейчас менять свою жизнь. И тогда приступим. Много у нас тех людей, которые впервые, поэтому я хочу рассказать, что такое проект «Приоритет». Мы «Приоритет» основан 4,5 года назад. Онлайн-проект в сотрудничестве с компанией «Reflame». Благодаря нашему онлайн-проекту мы помогаем новым партнерам в нашей команде зарабатывать онлайн, выходить на доходы высокие, получать премии и путешествовать.
есть. И смотрите результаты нашей команды за 4,5 года. В нашей команде 34 частных предпринимателя. В нашей команде 28 директорских команд. 30 партнеров, которые уже путешествовали в 9 стран мира бесплатно. Доходы нашей команды каждые 3 недели. Так, кто-то клацает у нас слайды. Не надо клацать слайды. Так, секунду. Доходы, которые выплачивает компания каждые 3 недели нашей команде, уже более 300 тысяч гривен. 33 тысячи долларов премий только получено нашими партнерами. В том году 62 партнера посетили тусовку в Ибице. 24 партнера в том году посетили банкет директоров. 16 партнеров в 2018 году квалифицировались на конференции в Турции. И если вы сейчас новичок, то мы поможем вам научиться зарабатывать с помощью интернета, с помощью Инстаграма, с помощью компании Oriflame. Самое главное, чтобы именно вы приняли решение. Тогда идем дальше. Показываю, что предлагаем. Самое первое, предлагаем доходы. Реально ли у нас зарабатывать? Очень частый вопрос от кандидатов, от уже бизнес-партнеров, от консультантов и так дальше. Друзья, реально у нас зарабатывать. И вот скрины доходов, которыми делятся наши партнеры, которые получают свои официальные доходы на карточку банка, на свой расчетный счет. Мы не получаем зарплату, мы получаем доход. Мы частные предприниматели и выходим на доходы, которые нам интересны. Да? Неограниченный доход. Здесь нет потолка, здесь нет границ. Мы только можем расти, развиваться и увеличивать свои доходы. Разные доходы указаны на этих скринах. 6, 8, 10, 30, 60, 100 тысяч гривен можно здесь зарабатывать. Все зависит от вас. Сколько вы хотите здесь зарабатывать? Напишите в чате, кто сколько зарабатывает на данный момент. Давайте немножко с вами познакомимся. Напишите, с какого города, чем занимаетесь и сколько зарабатываете на данный момент. И через черточку, сколько бы хотели зарабатывать. Давайте немножко познакомимся с вами. Я когда пришла в команду, в компанию, я была в декрете, мой доход составлял 860 гривен. 860 гривен декретных. Сейчас доходы от 50-60 тысяч гривен каждый каталог, каждый месяц. Вот, пишет Яна, да, приятно познакомиться. Черневецкая область, 8300 сейчас, 15 тысяч гривен хочется зарабатывать. Наталья Павлюк, 860 декрет Харьков. Наташ, все начинают у нас с декрета, и я сегодня вам покажу массу результатов девчонок, декретчиц, которые уже зарабатывают не 860 в декрете, а свыше 5-8 тысяч гривен. Элеонора, 860 в декрете. 860 в декрете. Вот Ярослава уже была в декрете. Ярослава Рыдзюк была в декрете. Сейчас уже директор здесь и доход уже от 5. Наталья Бабыч, 860 гривен в декрете. Разные, смотрите, разные ответы, разные города, разные доходы получает каждый человек сейчас. Но посмотрите на эти скрины, и если вы получаете, например, 1300 или 4500 или 8000, да, а хотите больше, посмотрите на эти скрины и поверьте в то, что именно вы сможете здесь зарабатывать больше, если будете прислушиваться и делать те рекомендации, которые мы вам даем. Готовы идти дальше, готовы разбираться, тогда идем. Точно так же дополнительно к нашим доходам мы предлагаем возможности путешествовать бесплатно. Это все реально. Я постоянно показываю наши факты гордости. Мы уже путешествовали неоднократно. 9 стран мира мы посетили с компанией бесплатно. Где была наша команда? 2015 год – Египет. 2016 год – Турция. 2017 год – Майами. 2017 год – круизный лайнер, 3 страны – Греция, Турция, Италия. В прошлом году
Наши партнеры были в Хорватии. В прошлом году была конференция в Испании летом в 2018 году. В этом году уже была конференция бриллиантов в Австралии и Сидней. Наши партнеры там были. Какие следующие конференции у нас? Следующие конференции вот уже ровно через 2 месяца. Конференция для менеджеров 2019 в мае в Турции. 16 партнеров с нашей команды летят. Дальше у нас будет золотая конференция в сентябре и бриллиантовая конференция в Лос-Анджелесе в 2020 году в январе. Это все то, что уже заявлено компанией. И обязательно партнеры, компании, лидеры, которые работают и трудятся, будут на этих конференциях. Самая главная ваша задача – увидели, поверили и начинаем действовать, и все у вас получится. Я вижу, многие пишут, да, многие пишут доход и пишут доход, который хотелось бы, да. Не у всех сейчас на данный момент есть тот доход, который, ну, который вы хотите зарабатывать. Всем нужно больше. Ребят, у нас можно зарабатывать больше. Поэтому я рекомендую все-таки начать присматриваться и начать разбираться, как здесь зарабатывать. Это то, что мы предлагаем, и мы предлагаем действовать прямо сейчас по готовым инструментам, которые мы даем. И сейчас мы с вами разберем, какими же инструментами мы пользуемся. Самое первое. Поздравляю вас с началом каталога номер 4. Это такой у нас каталог, каталожный период. И поздравляю с результатами каталога номер 3. Результаты каталога номер 3 на этой планерочке мы с вами разберем. Чтобы узнать более подробно результаты каталога номер 3, сегодня мы самые высокие звания с вами поздравим и с вами узнаем, да? Но чтобы узнать все новые звания и все новые достижения, я вас всех приглашаю 13 марта в 19:00 на поздравительную презентацию по итогам каталога номер 3. Обязательно себе сейчас... обязательно себе запланируйте это уже, этот вебинар. Так, и идем дальше. Какими же инструментами пользуемся? Пользуемся Телеграмом. Напишите в чате минус, у кого нету Телеграма. У кого нету Телеграма, кто не пользуется Телеграмом, я просто настоятельно рекомендую. Загружайте себе Телеграм. Телеграмом удобно пользоваться на телефоне, на компьютере. В Телеграме у нас хранится вся важная информация. Есть еще Вайбер, но в Телеграм очень удобно ее найти. И там есть разные тематические чаты, которыми мы пользуемся для работы здесь. Поэтому Телеграм, ну, смотрю, наверное, у всех есть. Если, возможно, вас нету в каких-то чатах, которые я сейчас покажу. У нас в Телеграме есть много чатов разных, тематических. Так, напишите в чате, меня нормально слышно, видно, что-то потерялась моя презентация. Видно, слышно. Вот, да, продолжаем. Важные чаты в Телеграм. Есть командные, есть чат по продукции, есть чат по wellness, есть канал обучения, где все хранятся обучения. Есть чат переписки, где мы делимся нашим опытом, кто как переписывается, шаблончики, алгоритмы, ответы. Это очень-очень полезный чат для того, чтобы вы научились общаться с людьми и научились приглашать людей в свою команду. Если вы еще не начали рекрутировать, у вас не получается, да, или вы начали и у вас не получается, обязательно обратитесь к спонсору и добавляйтесь во все эти рабочие чаты для того, чтобы черпать информацию и нарабатывать свои качества и навыки. Есть канал «Посты», где мы делимся нашими достижениями, постами, картинками, фотографиями. Есть каналы по сопровождению новичков, есть чат с уровня «Директор», и есть еще каналы и чат от компании, это бизнес-прокачка и wellness-прокачка, где мы видим очень шикарные результаты именно по всей Украине. Поэтому, если вас в каких-то чатах нету, напишите спонсору, спонсор, добавь меня, пожалуйста, в какой-то чат.
И второе, как мы обучаемся, это еще у нас вебинары. Вот такого вот плана. Друзья, обязательно нужно посещать, тем более, если вы новичок. На протяжении каталога посетите все темы вебинаров, для того, чтобы вы понимали, что и как здесь делать. Команда опытных, успешных уже лидеров делится с вами. Новые лидеры, которые приходят к нам в команду, они делятся с вами результатами. Сейчас, например, да, вот активно запустилось обучение у Оли Шабылян в Вайбере, которое она запустила сегодня в 12 часов. И это просто неимоверный опыт. Один человек делится с вами, со всеми. Вам самая главная задача взять эту информацию, и начать ее применять. Другие люди для вас стараются. Мы эту информацию берем где-то, узнаем, платим, проходим это обучение, ездим на тренинги и так дальше. Вам даем очень простыми способами через вебинар, через Viber. И если вы начинаете это применять, у вас обязательно будет результат. Мы вам даем, но сделать за вас мы не можем. Если у вас не получается что-то посмотреть именно онлайн-презентацию, вы можете посмотреть ее в записи. Записи всегда хранятся на канале записи обучений. Это то, что я повторяла и всегда буду повторять. График обучений на каталог номер 4. Обязательно себе заскриньте и на эти обучения приходите, посмотрите, изучите. И потом, если вы уже все знаете, ваша задача на эти обучения приглашать уже ваших новичков, для того, чтобы ваши новички начали обучаться и начали получать ценную информацию. Если на обучение ходите только вы, каждый день ходите, обучаетесь, но ничего не делаете, у вас не будет результата. Если на обучение ходите вы, а у вас есть новички, вы их не приглашаете, у вас не будет роста. Сами ходите. Начинайте применять, приглашайте других людей и начинайте приглашать других людей на обучение, чтобы ваши люди обучались, потому что вы еще новичок и вы своего новичка научить не можете. Мы вашего новичка научим вместо вас. И я такой график обучения себе скопируйте. Здесь сегодня вечером добавлю еще, что будет в 19:00 презентация каталога номер 4. Сегодня себе запишите, в графике нету, но презентация в 19:00 сегодня будет, обязательно на нее приходите, промоушен и приглашения будут в чатах. Идем дальше. Также хочу сказать, что все три недели по четвергам в 19:00 будут истории новых наших старших менеджеров. В 19:00 в четверг у нас будет история успеха... Ну, мы можем скинуть график, скинем в чаты. График обучения на каталог. Можно спрашивать, какой он? Ну вот, график обучения на каталог. И в четверг в 20:00 история успеха нового старшего менеджера Валерии Бухенник, которая с нами ровно год. Достигла уже колоссальных результатов. И если вы новичок, вы не знаете, что и как делать, обязательно придите на вебинар нового старшего менеджера, послушайте и задайте вопросы. Валерия, а как ты это сделала? Поделится Валерия в четверг на первой неделе. На второй неделе каталога в 19:00 истории успеха поделится наша новый менеджер в открытой квалификации директор Наталья Шаманская, город Кременчук. Приходите и спросите, Наташ, а как ты это сделала? Задайте вопросы, мы делимся своим опытом. И на третьей неделе каталога в 19:00 история успеха нового старшего менеджера в открытой квалификации директор. Это Наталья Шлопак, город Новый Раздол, Львовская область. Делимся, открыто даем информацию. Чем больше вы знаете информации, тем быстрее вы достигнете успеха. Всех приглашаю на наше обучение. Обучайтесь, применяйте на практике и обязательно достигайте результатов. Следующее, что мы с вами обсудим, это те инструменты, которыми мы работаем на протяжении каталога для того, чтобы достигать результата. Я на все эти инструменты, это здесь просто подытожено у нас, да, я сейчас все эти инструменты озвучу. Первое, что у нас есть, это каталог. Это наш самый главный инструмент. Это наш магазин, онлайн-магазин. Да? И
для того, чтобы знать, как работать, что важно знать с каталога, да, вы приходите сегодня в 19:00 и узнаете все важные предложения и акции с этого каталога. Следующее, что у нас есть. Я обязательно хочу вам напомнить, у нас два каталога подряд была акция лояльности, активности. Если вы делали заказ 50 баллов, второй и третий, или просто второй, или просто третий, обязательно заберите свои наборы. Наборы или по 129 гривен, или по 210 гривен. Ценность этих наборов от 1000 гривен. Вы можете взять за 129 или за 210. Обязательно не забудьте добавить в заказ. Что хочу еще сказать. Обязательно добавьте в заказ на первых неделях каталога тот набор, который вы хотите. Потому что на второй, третьей неделе могут разобрать уже эти наборы. Да? И придется брать уже то, что может быть и не надо. Да? Поэтому этот набор точно так же еще дает 8-10 баллов. И это очень классно, да, потому что вы берете акционный набор, платите за него дешевле, но еще и вам компания дает бонус баллы за эти наборы. И идем дальше. Для новичков у нас действует стартовая программа. Напишите в чате, кто у нас новички и кто не знает, что такое стартовая программа. А старички и партнеры, напишите, проходили ли вы стартовую программу, понравилась ли вам стартовая программа. Я хочу сказать, что очень выгодно проходить стартовую программу, потому что вы, проходя стартовую программу, вы знакомитесь с продуктом компании, вы нарабатываете себе клиентов, потребителей, да, вы знакомите свое окружение с продукцией, да, вы получаете за это подарки. Вот самые основные 4 шага, да, и вы получаете себе классные, дорогие подарки, которые еще, возможно, вы не можете купить за свои финансы, да. Такие подарки, как Wellness Cocktail и Wellness Omega, я хочу сказать, что я не сразу начала ими пользоваться, потому что это было дорого. Продукция Novage была дорого, продукция Giordani была дорого, но здесь вы сможете классные продукты попробовать всего лишь за 100 гривен на каждом шаге, если сможете пройти стартовую программу. Чтобы пройти стартовую программу, вам нужно на протяжении 4 каталогов разместить заказы по 100 баллов. Как это делать, мы вас обучаем. Есть готовый видеоролик, где конкретно рассказано, как пройти стартовую программу. Если вы новичок, вам спонсор дает этот ролик. Если вы хотите активно двигаться здесь и получать выгоду уже на старте, возьмите, используйте те рекомендации, которые мы даем. И я желаю вам успеха и получить, естественно, все эти крутые подарки. И идем дальше. Вот, видите, сколько отзывов по стартовой программе. Я тоже прохожу стартовую программу по 25-му разу, по 25-му кругу. Я обожаю подарки, и если я получаю эти подарки, я могу их сама кому-то подарить, я могу сама ими пользоваться, потому что это все мои любимые продукты. Здесь все виповские, люксовские продукты, которые просто дают колоссальный результат и колоссальные рекомендации. Да, если вы этот продукт попробовали, вы, естественно, уже убеждаетесь на 100% в качестве продукции и в том, что компания лояльно относится к своим потребителям. Компания, в чем преимущество, да? Каждый человек приходит и начинает покупать себе мыльно-брыльное, да? Но вы можете, в принципе, мыльно-брыльное купить в магазине рядом, который находится с вашим домом. Но вы там купили мыльно-брыльное. Вам никто не дал за то, что вы там скупились, вам никто не дал люксовские продукты этого магазина, да? А здесь вы купили то, что вам нужно на каждый день, а компания вам в нагрузочку добавила люксовские продукты, которые вы еще не можете себе позволить. Поэтому, друзья, это очень крутая стартовая программа, и я всем рекомендую начать ее проходить. И идем дальше. В первом каталоге по стартовой программе вы получаете водичку Luminescence, которая стоит, парфюмированная водичка, которая стоит 740 гривен. Вы ее получаете за 100 гривен. Очень достойное предложение. Пойдите, купите в любом другом магазине мыльно-брыльного на 1000 гривен, вам подарят воду за 1500. Нет. Поэтому, друзья, такие у нас
возможности. Дальше. Для наших людей, которые уже начинают приглашать других людей в команду. Есть такая программа, да? Кстати, достань сумку. Сумочку такую. Вот эту. Такая действует акция, да, она уже действует, у нас третий каталог. И это будет последний каталог этой акции. Кто проходил первый каталог, получили уже сумочки. Кто проходил в прошлом каталоге, получат уже в этом каталоге сумочки и шарфики. Кто пройдет в этом каталоге, получит шикарный бьюти-кейс. Я хочу сказать, что нужно сделать, да, для того, чтобы получить бьюти-кейс. Покажи мне еще бьюти-кейс, да. Вот. Вот такой вот бьюти-кейс у нас. Это то, что в этом каталоге вы можете получить. Каждый человек может получить такой бьюти-кейс. Я просто покажу, потому что я знаю, многие видео не смотрели, но это просто офигенский. Я не знаю, как его еще сказать, да, как его еще охарактеризовать. Это просто бомба. Вот такие вот три классных, уже держащих форму отделения, да, вы знаете, когда куда-то ехать в поездку, реально, вы не можете просто в бьюти-кейс наложить всю продукцию, да, здесь есть вам уже готовые вот такие вот боксики, да, в которые вы можете туда, три готовые косметички, сюда вы можете мыльно-брыльное, сюда там парфюмерию, а сюда мужа или ребенка, да, положить, спрятать сюда мужа или ребенка, как в чемодан, вот. И как вы можете получить этот бьюти-кейс? Просто в этом каталоге пригласите два человека, зарегистрируйте со своего кабинета два человека, которым помогите пройти шаг в стартовой программе. Да, Саш, покажу еще раз, какие есть штучки в этом бьюти-кейсе. Я скидывала фотки, я скидывала видео, и я всем еще раз покажу, что есть в этом бьюти-кейсе. И здесь тоже покажу. Отключи. И здесь тоже покажу. Вот такой вот бьюти-кейс крутой. Я на два фронта работаю. Вот такой вот крутой бьюти-кейс. А вот здесь есть вот такие вот классные косметички. Вот так. Я думаю, видно, да? Увидели. Поэтому, друзья, что нужно сделать? Пригласить два человека. Каталог начался сегодня. Каталог действует 21 день. За 21 день зарегистрируйте два человека. Расскажите им про стартовую программу. Они пройдут по первому шагу 100 баллов и 100 баллов. Они получат свои воды, парфюмированные в подарок, а вы получите вот такой вот бьюти-кейс. Это отличное предложение. Да. И опять же приведу пример. Вы пошли в магазин. Вот рядом, купили там мыльно-брыльного, рассказали маме и папе, что «Ма, па, там такие классные скидки, пойди туда скупись». Ваши мама, папа пошли в тот магазин, скупились мыльно-брыльного, они не получили воды, вы не получили воды и вы не получили бьюти-кейс. Здесь вы получите вот такие вот подарки. Поэтому, друзья, вот это просто... Многие говорят, ой, это продажи, ой, это нужно для себя что-то покупать. Не продавайте, не покупайте. И не получайте вот таких вот классных предложений. Ходите покупать в другие магазины. Все равно все покупают мыльно-брыльное и все то, что есть у нас в ассортименте. Только если вы покупаете в этом каталоге, вы получаете дополнительные выгоды. Если вы продолжаете скупляться где-то, вы не начинаете здесь получать выгоды, не начинаете здесь зарабатывать. Поэтому просто поймите разницу. Это не продажи. Это просто мы пользуемся тем, что мы пользовались каждый день и раньше. Да? Просто сейчас поменяли привычку. Все. И если вы, кто уже раньше с нами, тот знает, как получить по этой акции часы. Нужно за три каталога сделать 8 новичков. Сумочка тупо розыгрыш. В первом каталоге была вот такая вот сумочка. Это то, что я получила. Во втором каталоге была сумочка и вот такой вот шарф. И вот такой вот шарф крутой в этом каталоге будет. Поэтому, друзья, вот так. Как раз весна. Будем с вами красивыми в таких шарфиках. Ну, это так. Идем дальше.
Разобрались, да? Следующее, что мы можем еще здесь получать? Еще есть возможность работать дома с детками, вот мой прибежал, да? И это тоже очень классная возможность. Цените свое время и цените время, проведенное со своими родными. Мои родные вот возле меня, они тут меня обступили, им нравится. Да, и следующее, что мы имеем от компании? Какой инструмент? Инструмент турборост. Что такое турборост? Это возможность получить дополнительно 7500 тысяч гривен за достижение звания старшего менеджера. Квалификация действует со второго каталога. Каталог номер 2-3 уже прошли, и за каталог номер 2-3 у нас уже вступили на эту акцию вот следующие партнеры. Ребят, я вас поздравляю. Бухинник Валерия, Шлопак Наталья, Шаманская Наталья, Болога Кристина, Казачок Юля, Мороз Александр, Масичук Оксана и Рыдзюк Ярослава. Это те люди, которые дополнительно к тому доходу еще получат и 7500 тысяч гривен премии. Напишите теперь в чате, кто какие премии на своей работе получает. Ну, это ноль, да, это, ну, 100-200 гривен, максимум 2000 за год. У нас премий достаточно, просто бери, проходи условия. Условия простые, и их проходят много людей. Поэтому, друзья, вот это можно просто, эта акция уже началась, и какие условия, да, нужно выйти на уровень старшего менеджера. Если вы были уже старшим менеджером, вам нужно выйти, закрыть звание старшего менеджера и быть на этом уровне 4 каталога. Если вы еще 0 или 6%, или 9, или 18, выйдите на уровень старшего менеджера до 8 каталога включительно, и вы сможете получить 7500 гривен бонус. Это очень крутая возможность. Вот, пожалуйста, какие условия, когда вы выходите на уровень старшего менеджера впервые, вам нужно обязательно 3 кьюшки, 3 квалифицированных рекрута в каталог. Это 3 квалифицированных рекрута в каталог, это те 3 человека, которые пройдут по шагу стартовой программы. 3 за каталог, да? 2 таких каталога поддержите, и, пожалуйста, вам компания даст 7500 тысяч гривен. Если, например, вы прошли все, но у вас нету в этом каталоге кьюшек, тогда вам премия не насчитывается. То есть, ну, это условия. Проходите условия, получайте. Не проходите условия, не получаете. У компании есть такие условия. Следующее, что у нас есть за программа, это крутая программа, где мы можем с вами вместе, командой, поехать потусить в Ибицу. И условия для менеджеров таковы, да, очень простые. Очень простые. С уровня 0% вы можете себе заработать 100% бесплатный билет. И вот какие условия, да, вы можете заработать 50% скидки, если вы выйдете на 9%, вы можете заработать 70% скидки, если вы выйдете на 12%, вы можете заработать 90% скидки, если вы выйдете на уровень 15%. И вы можете заработать 100% скидки, если вы выйдете на 18%, и можете заработать 2 бесплатных билета, если вы выйдете на уровень старшего менеджера. И я хочу сказать, что в следующем каталоге мы уже начнем объявлять тех, кто уже получает скидки. И у нас уже есть такие люди, которые получают по 2 бесплатных билета на Ибицу. Это очень круто. Ибица у нас до какого каталога? До 10 каталога. И реально еще можно собрать очень много скидок и поехать туда не просто одному, а поехать туда даже со своими родными. Можно на родных пройти условия. И обязательно подумайте, надо это вам или не надо. В прошлом году 62 партнера с нашей команды были там, при том, что условия были намного сложнее. Поэтому в этом... До 9 каталога, спасибо. До 9 каталога повышайте свои уровни, и мы ждем вас вместе с нами на крутой тусовке в Ибице. Что там будет, компания просто сейчас хранит в секрете, но мы знаем, что компания каждый раз нас удивляет настолько, что мы уже даже не знаем, что может быть, но компания нам делает такое, что мы даже не представляли и не мечтали. Поэтому, друзья, сейчас, если вы еще не понимаете, что делать, спонсору набрали, хочу, скажи мне, что делать. Пожалуйста, спонсор вам расскажет.
Также есть у нас дополнительная программа, это для тех людей, которые умеют делать большие заказы. Если вы делаете большие заказы на свой номер, у вас есть возможность получать дополнительно еще премии по своим заказам. Да? Если вы делаете свыше 150 баллов, например, вы сделали 300 баллов на свой номер, вы уже выходите на уровень 3%, вы уже получаете 3% за свои продажи, но еще дополнительно 300 минус 150 баллов, это будет 150 гривен дополнительно насчитывает вам компания. Если у вас на личном номере, к примеру, 1000 баллов, да, тогда вы получаете за свои личные продажи еще дополнительно 850 гривен. Друзья, и в этом каталоге нашей команде выплачено только бонуса, опять же, премии дополнительные, да, 17 567 гривен. Это просто бонус дополнительно к зарплате. Компания ценит своих партнеров, компания постоянно чем-то удивляет, поощряет и так дальше. Дальше, что у нас еще с вами есть, это бонус лучшему рекрутеру, и в каталоге номер 3 у нас лучший рекрутер, это Коханевич Лиля. Лиля, я тебя поздравляю, у тебя лучший результат в этом каталоге, ты лучший рекрутер, и сделала лично регистрации 15 за этот каталог, мамочка в декрете, да, которая все-таки находит время, двух деток, да, которая находит время рекрутировать, приглашать вместе со своими двумя детками и делать 15 регистраций в каталог. Получает дополнительно бонус 200 гривен от спонсора. И я желаю всем все-таки стремительно рекрутировать, чтобы еще дополнительно бонус такой получать. Посмотрите, сколько партнеров нашей команды рекрутирует и сколько партнеров приводят других людей. Это не один партнер, это не случайность. Эти люди действуют по системе, по той системе, по которой мы предлагаем. Если делать эти действия каждый день в системе, также хочу еще отметить, Катя Литвиненко идет после Коханевич Лили. Катя Литвиненко сделала 13 регистраций в прошлом каталоге. Катя Литвиненко зарегистрирована в последний день позапрошлого каталога. Она один ровно каталог у нас в команде. За один каталог она вышла на уровень 6%. Она уже заработала... Слышно. И за один каталог она уже получила дополнительно скидку на свой номер. Она получила уже подарки по стартовой программе. Покорила два уровня. И... лично сделала 13 регистраций. Делала регистрации по списку знакомых и делала регистрации по Инстаграму. Новичок. За каталог это реально. Если делать. Катя нашла время, Катя нашла желание. Сейчас Катя активно участвует в интенсиве Атоли Шабелян. И я уверена на 100%, что в этом каталоге она заработает бонус лучшему рекрутеру 100%. Остальные люди через интернет. Два по списку знакомых, 11 человек. Человек-новичок с нуля сделал через интернет. Без страничек. Странички созданы за этот период, странички раскручены, и на страничках уже самостоятельно пригласила 11 партнеров. Встречи проводили, 2-3 встречи провела я, дальше Катя уже поняла, что делать, как делать, выучила, научилась и начала делать. Тот человек, который просто сразу берет ответственность на себя, делает, он получает однозначный результат. Друзья, ну это я про те результаты, которые просто выражающие, да? Поэтому Лиля в шоке, поздравляем и желаем двигаться вперед. И в этом каталоге уже новое крутое звание. Вот, у капли Наташи заболела дочка, да, но она успела сделать 10 регистраций. Друзья, самое главное делать. На следующий каталог у нас действует этот бонус. Кто хочет заработать 200 гривен, пожалуйста, можно заработать. Идем дальше. 200 гривен – это хорошо. Бонус 7500 тысяч гривен – это хорошо. Но я хочу сказать, что есть еще круче предложение у нас в компании.
Кто верит, кто не верит, я не знаю. Я рассказываю, делюсь фактами, аргументами. И сейчас у нас в компании действует программа «Мой автомобиль» с уровня золотого директора. Впервые компания, да, запустила такую акцию в том году. И уже за прошлый год в Украине выдано 10 автомобилей. За прошлый год в Украине выдано 10 автомобилей. В этом каталоге выдан первый автомобиль у нас в команде. Мы с Ярославом получили этот автомобиль, мы делились, у нас есть видео. Вы этим видео можете рекрутировать, вы можете приглашать, вы можете показывать эти результаты. Это все реально, вам нужно знать эти факты. 10 автомобилей, 10 тех людей, которые просто делали, которые поставили себе цель, хочу автомобиль, но хочу мало. Если делать, обязательно будет. Вы знаете меня, вы видите меня каждый день, да? И, пожалуйста, может быть, вы не знаете тех людей, которые получали их раньше, да, остальных 9 человек, но вы знаете нас, мы вам живой пример. Поэтому я рекомендую разобраться, поставить цели, делать и начать получать автомобили от нашей компании. Это доступно каждому. Поэтому я уже держу кулачки за наших новых владельцев автомобилей. Я знаю, что мы уже начнем вот через пару месяцев разъезжать по городам на вручение нашим партнерам автомобилей. И ну, это достойное достижение. И просто ну, на какой работе дают в подарок автомобили, таких работ нету. Поэтому если вы хотите, поверили и идем. Мы автомобиль заработали. С момента регистрации у меня уже прошло почти 7 лет. Почти 7 лет с момента регистрации. 4,5 года работаем активно. За 4,5 года заработан автомобиль. На какой работе за 4,5 года вы можете заработать автомобиль? Сейчас с помощью нашей системы этот автомобиль можно заработать еще раньше, если брать и делать. Поэтому, друзья, всем желаю успеха и желаю нового автомобиля. Очень крутой, просто. Приезжайте к нам, мы вас покатаем, тест-драйв проведем для того, чтобы вы зарядились все-таки на достижение и получение этого автомобиля. Следующее, что хочу сказать, за что нам все это платит компания, да? За то, что мы создаем товарооборот для компании. Наша задача – помочь для компании создать товарооборот продукта, которым пользуются все. Это проще простого. Все делают покупки уже через интернет, все моются, купаются, да, и мы с вами делаем то же самое. Если мы начинаем это делать и приглашать других людей, наши товарообороты начинают расти. И я хочу сказать, что товарооборот нашей команды в каталоге номер 3 составил вот такое вот рекордное количество баллов, 127 тысяч баллов. Это больше миллиона гривен. И для всех, вот новички смотрят на эту цифру, думают, о боже, что это, ну, что это, кто это, ну, непонятно, да? И я хочу сказать, что 4,5 года назад в моей команде было баллов количество 0. Сейчас 127 тысяч баллов. Поверьте в себя, начните делать. Как делать, вы поймете в процессе. Просто начинайте делать. И ваш товарооборот, ваша команда, ваши доходы, ваши достижения будут расти, если вы будете делать так, как делаем это мы. Мы делаем, мы делимся, что мы делаем, да? И за то, что мы создаем товарооборот для компании, команды, да, нам компания платит за это деньги. И вот, пожалуйста, в этом каталоге мы превзошли себя, да? В этом каталоге нашей компании, нашей команде от компании выплачено 330 618 гривен. 330 тысяч гривен. Напомню, что 4,5 года назад наша команда получала 0 гривен, 0 копеек. За 4 года активной работы наша команда получает 330 тысяч гривен. В этом каталоге выплачена одна премия $1000 нашему новому директору Юлии Казачок, да, и вот доходы и премия по бонусу бизнес-класса.
друзья. И сейчас я предоставляю вам список тех людей, которые уже зарабатывают деньги у нас в команде. Это люди, которые уже имеют доход от 300 гривен. Изначально вы приходите, у вас есть дополнительный доход. Но помните, если вы получили доход 300 гривен, 30 гривен, даже если 30 гривен, тогда ваш доход может расти и развиваться все выше, выше, выше. В этом каталоге посмотрите на топ-15 по получению зарплаты. Да? Это люди, ну, которые когда-то не зарабатывали от компании, которые когда-то были просто новичками, точно так же, как и вы. Но они сейчас в топ-15 по получению зарплаты. У них изменились жизни, они зарабатывают каждые 3 недели доходы, они получают премии и работают дома в декрете. Друзья, ну это крутая возможность. Идем дальше. Также у нас еще есть такие вот дополнительные бонусы, плюшечки, да. Вот Оксана написала, моя первая зарплата в Oriflame 73 гривны. Оксан, у меня еще меньше, 30 было, 30 гривен. И вот у нас еще есть список получателей ноутбуков. Компания дарила в прошлом каталоге ноутбуки нашим лидерам, и вот 5 наших лидеров получила ноутбуки. Ну вот многие говорят, да, у меня нету компьютера, что мне делать, как работать и так дальше. Есть возможность зарабатывать это в подарок от компании. Поэтому, девчонки, я вас поздравляю, умнички. А, и Симоницка, простите меня, и еще Симоницка тоже получила ноутбук. Поздравляю бурными аплодисментами. Симоницка, да, и Симоницку Марию тоже поздравляем бурными аплодисментами. Очень крутое дополнение к вашей зарплате. Другому человеку нужно выделить на ноутбук, да, 11, 12, 15 тысяч, а у вас вот есть такой подарок от компании. И вот Вита Швец уже работает с него и зарабатывает себе на новенькие автомобили. Следующее наше достижение, сейчас начинается самое интересное. Следующее наше достижение – это наши новые частные предприниматели нашей команды. Мы зовем вас на построение собственного бизнеса. Мы зовем вас, чтобы вы стали владельцем собственного бизнеса, чтобы вы стали частным предпринимателем. Многих пугает, ой, частный предприниматель, не хочу, так страшно и так далее. Частный предприниматель – это свобода. Это свобода выбора, это свобода действий, это растущие доходы. Вы сам себе начальник, вы сам себе строите график, просыпаетесь, когда хочу, работаю, когда хочу, и все. У вас нет начальника, который вам говорит, приходи на работу на 5 утра, на 7 утра, уходи в 6 вечера. У вас нет каких-то там обязательств, да, когда вам захотелось. Проснуться, вы проснулись и работаете. Когда вам захотелось лечь спать, вы легли и работаете, да? И частное предпринимательство – это не наемный труд. Это работа, это бизнес, который вы строите свой, который вам принесет пассивный доход, который вам принесет достойную пенсию, который вам принесет свободу, независимость, финансовую стабильность, который вы сможете передать в наследство своим детям, внукам, мамам, папам или еще кому-то, да? Частное предпринимательство, Мус подсказывает, частное предпринимательство с нашей компанией. Вы частные предприниматели, вы будете частные предприниматели официально в Украине, но вы частные предприниматели вместе в сотрудничестве с компанией, и компания вам перечисляет деньги каждые 3 недели на ваш расчетный счет, потому что когда вы оформили частного предпринимателя, вы сразу себе оформили бизнес-счет. Не просто зарплатная карточка, когда вам дают зарплату, а может и не дают. Вы оформили свой бизнес-счет. Шведской компании Oriflame, международной, вы партнер международной компании. Это очень престижно, это очень круто. И просто себе убрать вот эти тараканы Oriflame, это прошлое, это не мое частное предпринимательство, вы что, люблю свою работу и так дальше. Любая работа, да, хорошо, когда она приносит удовольствие, но она должна приносить вам еще и доход. И приступим к поздравлению наших новых частных предпринимателей. Инна Конограй. Город Бобринец, Кировоградская область. Мамочка 2 сыновей. В прошлом сотрудник магазина по продаже стройзапчастей. Была такая работа, да? Очень быстро поменяла свою переквалификацию, да, переквалифицировалась сама.
узнала, что тут есть такие возможности, быстро разобралась, что делать, вышла на доходы. Уже с Нового года она не работает на своей прошлой работе. Она уволилась. Она уволилась, и когда она в прошлом каталоге открывала ЧП, она увидела там, ну, где-то там, увидела своего начальника с прошлой работы. Он ей говорит: а может, ты придешь к нам на работу? Ну, как ты там, без работы? Она говорит: нет, я открыла частного предпринимателя. Это гордо звучит. Друзья, это совершенно по-другому. И ей не нужно ходить на работу, она работает дома. Она вовремя уделяет время своим детям, да, за 7 месяцев работы в компании. Сейчас она менеджер 18%. Успешно прошла квалификацию на Турцию. Новый частный предприниматель нашей команды с доходом уже от 5000 гривен. Это достойно аплодисментов и это достойно уважения. Я поздравляю Инну, и мы переходим к следующим частным предпринимателям нашей команды. Новый частный предприниматель Шлопак Наталья, город Новый Роздол, Львовская область. Девчонки пишут, каждый раз пишут свои впечатления, да, когда они открывают эти частные предпринимательства, у них слезы на глазах. Я это смогла. Я приняла решение, я действовала, как бы трудно ни было, я действовала, я приняла решение, я смогла. И сейчас это гордо звучит. Может быть, сразу это еще как-то, да, там побег, но сейчас. И родные гордятся, а сколько ж ты уже получишь 4 апреля на свой расчетный счет, да? Вот придут денежки уже накопленные. Наташа, мамочка двух супер-мега активных сыночков. Если кто-то говорит, у меня дети, они суперактивные, я не нахожу времени, я не поверю. Наташа у нас, она постоянно с детьми на руках, она работает. 1 год и 2 месяца она у нас в компании. Новый менеджер, 22% в открытой квалификации директор. Успешно прошла квалификацию в Турцию. Ответственная, амбициозная, с высокими, большими целями. Приняла решение работать здесь, развивать команду. И у Наташи в команде уже есть частный предприниматель, это Инна Конограть. И вместе они уже летят в Турцию. Ну, это круто, это очень круто. Я просто не могу, у меня просто очень много эмоций после этого, да. Следующее, да, новые частные предприниматели нашей команды — это Валерия и Леонид Бухинник. Валерия с нами в команде ровно год. В прошлом году в 3-м каталоге она зарегистрировалась. В этом году в 3-м каталоге она открыла уже вместе с мужем ЧП. Она новый старший менеджер нашей команды. Муж у нее новый менеджер 15%. Они оба прошли квалификацию на Турцию. Ну вот как-то так, да? Два путешествия, два дохода, два частных предпринимателя в семье. Для меня это достойно очень больших таких и громких аплодисментов, потому что, ну, реально люди делают, вот просто пришли, поверили и сделали. Не ищут в себе там тараканов в голове, причин, дети или еще что-то. Дети у Валерии тоже есть. И ребенок маленький, которому нужно уделять внимание и так дальше. Берет и делает. Поздравляем, ребят, вас. В Турции встретимся и идем дальше. Новый частный предприниматель нашей команды — Казмирчук Люда, с города Сарни, Рівненська область, приватний підприємець. Для мене це дуже важливий крок. Я мама двох дітей. У нас все мами двох дітей. У тех, у которых времени, ну, намного меньше, чем у мамы одного ребенка. Или у мамы вообще без детей, да, ну, то есть, ну, или у человека, у которого нету детей. Друзья, мама двох діток. На даний момент перебуваю в декретній відпустці. Віднині приватний підприємець з офіційним доходом на карту банку кожні 3 тижні від 5000 гривень. Скажу чесно, раніше не вірила. У всіх були тараканчики, слава Богу, витравили, да? Раніше не вірила, що можна виховувати дітей, знаходитися постійно поруч з ними і заробляти. Такі чудові можливості відкрила для мене всесвітньо відома компанія Oriflame. Горжуся тим, що знаходжуся саме в цій компанії і готова працювати на результат. Люда, зараз у нас менеджер 18%. Аплодисменты. Люда, поздравляю. С Людой встретимся в Турции тоже. Прошла квалификацию на Турцию. Впервые будет путешествовать. Друзья, все возможно. Мамочка двоих детей. Идем дальше. Высоцких Зита.
Город Богород, боже, я уже заплетается язык от этих всех названий. Я зато теперь знаю карту Украины, географию мира, потому что тут каждый день я узнаю новые города, новые страны и так дальше. Высоцкий с Зита, місто город Богородчани. Мама в декреті. Виховує синочка, якому рік і 9 місяців. Їй ще почти полтора года быть в декреті, но она уже частный предприниматель, и уже у нее есть доход. До декрета ездила за кордон зароблять. Сейчас, понятное дело, за кордон нереально, потому что уже с ребенком на руках. За кордон нереально. Приняла решение, пожалуйста, я с Зитой лично знакома, общались в скайпе. Ну, когда мы общались, Зита была 12%-ником. Зита, когда мы с тобой общались, я не знаю, но ты просто, ну, мы сели, ты просто рассказала, что делаешь, как делаешь, у меня никаких комментариев не было. Настолько большая молодчинка, которая сразу поняла, что делать и как делать, и начала делать. И, ну, я просто в восторге была тогда от тебя, но сейчас еще больше поздравляю, потому что умничка, Зита менеджер, 18% уже в том каталоге, доход уже от 5000 гривен будет на карту. Зита, умничка, поздравляю и желаю дальнейшего роста. С Зитой тоже встретимся в Турции. Ну, вот, вот как-то так. Мамочки в декрете могут, делают и зарабатывают, да, друзья? И на этом еще не все. У нас еще есть новые достижения нашей команды. И это новые старшие менеджеры в открытой квалификации директор. Наталья Шаманская, город Кременчук. Наташа тоже мамочка в декрете, маленькой девочки, дочки, да? Она сейчас в том каталоге вышла на новый уровень, да? О чем этот уровень? Скоро премия $1000, доход за год 100 тысяч гривен, скоро премия 7500 тысяч гривен, скоро два билета на банкет директоров с мужем поедет, да, два билета бесплатных уже на тусовку в Ибицу. Как Наташа мне говорила, у меня Олег, муж сам саму не пустит, так она сразу начала по два билета зарабатывать, чтобы вместе с ним ездить. Все. Это возможность участия в менеджерских конференциях дальше, да? И можно. Переключи еще раз. Можно. Можно. Наташа с нами поделится историей успеха, поэтому приходите, внимательно слушайте. Новый частный, новый старший менеджер нашей команды за прошлый каталог Наташа Шлопак. Рассказывала ее историю, кто она и как, да, ну, какие теперь она имеет выгоды в своем декрете, да. 100 тысяч гривен премии, 2 билета на банкет директоров, 2 билета на тусовку менеджеров, 7500 тысяч премии еще дополнительно. Еще Наташа и уже заработала 3000 гривен на премию по квалификации на Турцию. Ну, как бы так, немножко есть, да. Уже Наташа покажет нам скоро свой доход на карточку, свою первую выписочку. Поэтому, друзья, это мамочка в декрете двух детей. Идем дальше. Новый старший менеджер Валерия Бухинник, да? Опять же, такие же преимущества, как у всех старших менеджеров. Премии, доходы, путешествия, банкеты, тусовки – это все есть. И это не один человек. Это все мамочки в декрете. Вот они у нас самые-самые-самые супер-мега-активные, эти мамочки в декрете. Мамочка в декрете, новый директор нашей команды, Юля Казачок, это уже закрытый директор нашей команды. Уже на уровне директора доходы больше, чем просто на уровне старшего менеджера. На уровне директора, вот в этом каталоге уже Юля получит свою первую долгожданную премию $1000. У Юли уже заработано 2 билета на банкет директоров. 2 банкета на тусовку менеджеров, премия 7500 тысяч гривен, ну, вот это вот как бы так, да, немножко есть заработано, да, и Юля уже уволилась со своей работы, с официальной работы она уволилась, потому что она увидела здесь больше преимущества и больше привилегий. Работает дома вместе со своим ребенком, находится дома вместе со своей семьей, Юля с города Киева, с Юлей знакомы неоднократно, не один раз, поэтому, Юлечка, я желаю тебе дальше роста,
дальше новых достижений, добавить в свою копилочку еще и путешествия, следующие конференции обязательно, чтобы были твои. И помогать в своей команде, своим звездочкам достигать таких результатов. Вот, это свобода, это просто свобода, это многого стоит. Идем дальше. Ну и самое высокое звание в нашей команде и ну, одно из высоких званий вообще в Украине, наше звание, да, это открытое звание бриллиантовый директор. О чем это звание, да? Это топовое звание, то есть это уже бриллиантовая команда. Наша команда, она уже бриллиантовая. Ну, такие мелкие достижения за это звание, это будет золотой значок с бриллиантом, ну, дополнительно, да. Дополнительно будет премия 60 тысяч долларов, значит, скоро будет и премия 60 тысяч долларов. Это будет премия 6 тысяч долларов. На гривны переведите, сколько это? Это 84... 6 тысяч долларов сколько? Это почти 200 тысяч премия. Три? Это почти 200 тысяч гривен премия, да? 162 тысячи гривен будет просто премия через полгода, да? Это доход растущий. Доход растущий, это доход вместе с автобонусом, да? Доход 60-80 тысяч гривен. И это все реально в нашей команде. Когда я была новичком, я знала про эти перспективы. Я хотела сюда. И я пришла. Неважно, через сколько времени придете вы, но идите просто. И самое большое будет достижение за звание бриллиантового директора – это возможность путешествовать на бриллиантовую конференцию. И следующая бриллиантовая конференция будет в Лос-Анджелесе. У меня просто мурашки по всему телу, что мы вместе с мужем бесплатно Новый год или Старый Новый год отпразднуем в Лос-Анджелесе. В городе звезд, в отелях, там, где живут все голливудские звезды. Вы просто представьте на минуточку, как компания ценит своих партнеров. И если вы новичок, просто сейчас, я вам говорю, 4,5 года назад я была новичок. И вы сейчас здесь новичок. Просто представьте, что вот просто через 4,5 года у вас может вот так кардинально измениться ваша жизнь. Не держитесь за работу, не держитесь за какие-то там отдыхи, за какие-то... У нас приоритет на бизнес. Я как пришла, как поняла, что тут нужно делать, чтобы наращивать, выращивать свои доходы и своих партнеров, да, я поняла, что я лучше сейчас, пока молодая, я буду делать все здесь. А потом буду делать все остальное, отдыхать и так дальше. Потому что на этом уровне это достойный пассивный доход и, ну, и вот эти все вот свободные преимущества. Просто подумайте, что через 4-5 лет ваша жизнь может измениться аж вот так, как изменилась моя. Поэтому я всем желаю таких достижений. Это очень круто, очень круто. Хочу сказать, что это очень круто. И идем дальше. Но чтобы это все круто иметь, о чем мы только что час говорили, сколько много всего у нас достижений новых, да? Много новых достижений. Не только у нас, в нашей команде. 34 частных предпринимателя за 4 года. Вы можете просто себе вбить в голову. Я когда пришла, была такой же новичок, как и вы. Сейчас в моей команде 34 частных предпринимателя с помощью этой команды, с помощью этой системы работы, с помощью вот этих вот простых действий, которые можно просто делать каждый день и достигать. И через 4 года у вас в команде может быть 30-40 предпринимателей. Это очень большая гордость. Я просто сегодня, когда делала эту планерку, я просто даже подумала, частный предприниматель платит налог в державу, да? Сколько наша команда помогает развиваться нашей державе? 34 плательщика налогов добавилось, да? Мы везде помогаем, мы людям помогаем, державе помогаем, себе помогаем быть красивыми, молодыми, здоровыми. Вы понимаете, какая это масштабная компания? Поэтому, друзья, просто себе вот это вот поймите, да? И что нужно, чтобы расти?
Что нужно, чтобы получалось выходить здесь на доход? Многие говорят, вот у меня эти продажи, да, неинтересны. Не продавайте. Рекрутинг здесь основная наша деятельность. Рекрутинг личный. Что это? Это приглашение других людей в команду. Вот эту общую команду. Без приглашений у вас не будет команды и не будет вот такого вот растущего бизнеса. Полюбите рекрутинг, научитесь его делать, найдите свой метод, раскручивайте свой личный бренд, чтобы к вам легко шли люди. И сегодня Оля Шабелян дала вам такую возможность бесплатно. 3 дня, просто 3 дня выдели по 3 часа в день. Сделай, что Оля сказала, и на 4-й день люди начнут к тебе проситься сами в команду. 280 человек участвует в интенсиве. Оля, большое тебе спасибо. Это просто колоссальный труд. Я на 100% уверена, что тебе это воздастся такими бриллиантами в команде, что просто. 280 человек в чате по интенсиву. Ну просто 10%, наверное, только начнет это делать, если не 5. А вы просто возьмите и делайте то, что Оля вам сказала. В чате все написано и сказано. Возьмите и сделайте. Это то, что однозначно, 100% приведет вас к результату уже на 4-й день. Ну, а дальше, если вы будете это продолжать, это будет просто колоссальный результат. Оля проходила эти курсы платно, выделяла намного больше времени, изучила все, вам дает самые основные выжимки с этого обучения. Только самое основное. Но возьмите, просто разберитесь. Попросите родителей, родственников посидеть с вашими детьми эти 3 дня. Но вы разберитесь. Скиньте спонсору на проверку ваше домашнее задание и так дальше. Оль, большое тебе спасибо. Ну, это просто колоссальный труд. И, ну, тот человек, который делает что-то безвозмездно для других людей, он получает в разы больше. Ты просто представь, что все эти 280 людей скажут тебе спасибо, а вот Вселенная это заметно, да? И это все вернется тебе результатом. Что нужно делать, чтобы зарабатывать? Приглашение мы разобрали, да? Но еще нужно придерживаться правила 3P. Пользоваться продуктом. Организовывать личный товарооборот от 150 баллов. Почему от 150 баллов? Потому что за 150 баллов компания уже вам начинает выплачивать ваши доходы на ваш номер консультанта, как будто кэшбэк. Да? Приглашать других людей в команду. Ну, как минимум, какие-то звоночки в день делать, переписочки в день какие-то делать, да. Но 10 человекам новым каждый день рассказывать. 10 человек новых каждый день найти в интернете, это, ну, это раз плюнуть просто. Мы делаем это, мы рассказываем, мы делаем эти приглашения. Если вы не знаете, как это делать, пожалуйста, посещайте обучение. Я за вас не пройду обучение, я за вас не начну приглашать, я за вас не начну раскручивать ваш Инстаграм. Только вы можете это сделать. Мы это все начинали делать с нуля, где не было готовых интенсивов и так дальше. Мы намного дольше в этом все развивались. Вам просто всего лишь 3 дня и вперед. Делать это каждый день в системе. Это ваша работа. Вы сюда пришли на работу, и вы пришли хотя бы там на 2-3 часа. Выберите себе 3 часа в день, когда вы это делаете, и просто делаете каждый день эти действия, ну, каждый день 3 часа. Если вы делаете, сегодня делаете, а завтра не делаете, и послезавтра не делаете, ну, извините, на какой работе будут платить? Давайте себе отчет в том, что вы делаете, как вы делаете, с какой отдачей вы это делаете. За эти простые действия вы получаете это все. Неограниченный доход, премии, путешествия, работа дома и свой бизнес. Это все вы получите за эти действия. Как выйти быстро на уровень директора? Быстренько себе копируйте эту формулу. Просто научитесь делать 150 баллов и научитесь приглашать 2 человека в команду каждый каталог. Это минимальный план. 2 человека активных в команду. И через полгода вы уже будете человек с доходом 8-800 тысяч гривен и с премией 1000 долларов. 2 человека в команду. Активных.
Не два просто зарегистрировал. Два человека активных. Как найти два человека активных? Пожалуйста, вот есть формула. Что для этого нужно сделать? Это нужно сделать 20 регистраций в каталог. Это план минимум для хорошего роста, если вы хотите хорошо расти. Если вас устраивает, ну, у каждого свое время, у каждого свой темп. Если у вас, ну, жизненные ситуации, которые не помогают, ну, не мешают вам, да, работать там активно, вы можете делать немножко меньшими прыжками, да, меньшими шажками, но все равно вы этот результат сделаете. Если хотите быстро, пожалуйста, вот перед вами эта формула. Одна регистрация в день. Как сделать одну регистрацию в день? 10 звонков. Как сделать 10 звонков? Это нужно 3000 подписочек сделать в Инстаграм. Мне многие говорят: ой, я так делаю, у меня не получается. Я смотрю подписочки, сколько сделано. 300 за недельку. 3000 в день. Да, это работа, делать подписки каждый день. И если вы сделали 3000 подписочек каждый день, у вас однозначно будет регистрация. Что бы вы ей ни написали, что бы вы ни сказали, какое бы видео вы ни скинули и какая бы страничка у вас ни была. А если вы научитесь еще красиво вести страничку, тогда вам достаточно будет 1000 подписок в день, чтобы у вас были хорошие результаты. С 20 регистраций 2-3 активных ключевых партнера. Каждый каталог новый уровень, 6 каталогов, вы директор, продолжайте дальше, и через полтора годика, да, вы старший золотой директор уже с путешествиями и с путешествиями вместе с мужем. Каждый день. Согласны? Просто. Можно этому научиться. Пускай вас не пугают 3000 подписок в день. 3000 подписок в день делаются буквально на протяжении часа, если правильно спланировать свое время и научиться это делать. Я знаю, что вы достойны быть счастливыми, успешными, красивыми, богатыми, путешествующими, людьми, которые дают достойное будущее своим детям. Почему кто-то один может давать достойное будущее своим детям, а другой сложил ручки: ой, нет, я не хочу. Ваша проблема, ваша, не компании. Это ваша будет проблема, если вы не хотите научиться чему-то здесь. Или работе с людьми, или звонками, или работе в Инстаграм, подписками и так дальше. Это ваша проблема, но никак не компании. Действуем. Мы учим, как планировать день. У нас много мамочек в декрете, мы это все учим, планируем, конечно же. Это все работа над собой, это все работа... Ну, работа серьезная, по-серьезному. Да, я не говорю, что тут вот там... Плюешь в потолок. Нет, не плюешь. Ну, работать надо. Ну и сейчас у нас, как всегда, информацию я дала. Я рада, что вы ее послушали. Вы большие молодцы. Дозу мотивации, дозу нашей энергии, мега-энергии получили, да? Зарядились на новые достижения. Вы молодцы. Но сейчас хочу разыграть между нашими партнерами вот такие вот денежные призы. И вот эту вот, где моя сумка? И вот эту вот сумку. Люди в прямом эфире, к сожалению, не участвуют в наших розыгрышах. В розыгрышах участвуют те, кто присутствует у нас на планерочке. Так, дай мне... у меня есть генератор, могу найти генератор случайных чисел. А, у меня есть, вот, я быстро сделаю. Я нахожу генератор случайных чисел в... интернете. Все видно на прямой эфир. И у нас сейчас 178 участников. Какой-то генератор не открывающийся. Давай. Дело в том, что у многих просто через эту плохую связь, через комнату, не позаходили в мою жизнь. Ну и что? Ну, я не могу посчитать там людей. Так, тогда как тут нажимать? Так, на компьютере что, не открывается? Вот здесь у нас. Максимальное число 100. У нас 178. Можно, так, количество результатов один. Вот. А у нас уже 184 человека.
184. Ну, здесь вот от 1 до 184. И сейчас разыгрываем первую сумму 200 гривен. Номер 141. И сейчас я буду считать 181 минус 141. Ну, 184 было, 141 участник, 181 минус 141. Я просто с конца, чтобы удобнее было считать сейчас. Ну, такая у нас технология, еще мы не придумали, как это сделать удобнее. 181 минус 141 равно 40. 40, участник номер 40 снизу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Казмирчук Людмила! Номер 40 у нас Казмирчук Людмила. Казмирчук Людмила получает 200 гривен. Номер консультанта пиши. Поздравляем и идем дальше. Следующий участник, который будет... Так, 183 участника сейчас. Меняю 183. И нажимаю 81, 153, 153 и 183 минус 153, 30-й снизу участник, 30-й снизу участник. Так, 30-й снизу, раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Лариса Блошенко. Лариса, может, фамилию неправильно сказала, не обижайтесь, могу не так поставить. Так, 200 гривен Лариса Блошенко. Так, идем дальше. Идем дальше, следующий наш. 188 участников, у нас участники заходят, выходят. Так, 188. Номер 105 и минус 88, тоже с конца удобнее будет посчитать. 188 минус 105 равно 83 снизу. Считаем. 83 снизу. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. А сколько надо? 48. Сколько надо сейчас? 83. Так,
48. Ну я откуда знаю, выключ. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 6, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. 79, 80, 80, ой, 1, 82, 83, Мосичук Оксана. Так, у нас директора не участвует, Мосичук Оксана, следующий, Пороженко София. Директора не участвуют по-честному, да? И следующая после Мосичук Оксаны Пороженко София получает 200 гривен на номер. Так, и идем дальше. У нас остался один подарок. И это вот эта вот сумка. Самый главный подарочек, да? Вот такая вот сумочка. Очень крутая, которую я заработала по акции «На крыльях мечты». Я прошла, заработала, а вам хочу подарить. И сейчас мы подарим, так, у нас 186 участников, и сейчас мы подарим сумочку одному из наших участников. Номер 70. И теперь считаем 70-й номер и дарим сумочку. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Лариса Пустива. Лариса Пустива получает сумочку. Две Ларисы у нас сегодня победители, еще так получилось. Лариса Пустива получает сумочку. Номер, номер не надо. Девчонки Космирчук, Люда, Блошенко, Лариса и Пироженко, София, скиньте номера консультантов. А Лариса Пустива получает сумочку. Напишите спонсора мне адрес, куда отправить этот подарок. Так, друзья, это все хорошо, я вас всех поздравляю. Всех поздравляю с подарками, всех поздравляю с тем, что вы сюда сегодня пришли. И объявляю конкурс на розыгрыш на следующую нашу планерочку. Это будет три суммы по 200 гривен и одна сумма 500 гривен. Следующий онлайн-розыгрыш у нас будет 1 апреля. Это будет новый каталог номер 5, первый понедельник, 14:00. С вами встречаемся. И, надеюсь, встречаемся уже с вами и поздравляем вас с новыми званиями. Друзья, на этом будем заканчивать. Планерочку, запись я скину. Активно принимайте решения, активно действуйте. Сейчас именно то время, когда нужно расти и когда нужно показывать суперские результаты. Номера консультантов писали? Номера консультантов писали? Кто-то с директоров записал?
Будем искать. Добренько. Все тогда. Всем пока-пока. Целую, обнимаю. Пока-пока.